А в сквере «Маленькая страна», что рядом с ДК «Пролетарка», приводят в порядок скульптуры героев советских мультфильмов. Их красят и восстанавливают утраченные элементы. О том, что уже сделано и какие работы еще предстоят, расскажет Наталья Чекет. Фигурки персонажей из всеми известных советских мультиков давно требовали обновления. Многие из них находились не в лучшем состоянии. Грязные, поломанные и выцвевшие. С каждым годом они становились все более серыми и обшарпанными. А ведь на протяжении многих лет это место является видовым для Пролетарского района. Здесь гуляет много мам с детьми, люди старшего возраста проводят занятия по скандинавской ходьбе. С просьбой отремонтировать любимых персонажей жители Пролетарского района обратились к депутатам Тверской городской думы. Много было обращений граждан, проживающих здесь у нас на территории района, с просьбой содействовать в восстановлении вот этих вот фигурок. В рамках реализации пожеланий жителей вместе с администрацией Пролетарского района вот это вот мы делаем. Над обновлением фигурок работает художник, где-то их подкрашивают, восстанавливают сломанные элементы. Так у Печкина восстановили нос, у других тоже исправляют изъяны. Еще планируется 10-12 рабочих дней потратить на восстановление. Мы видим, некоторые фигурки зачехлены, то есть они сейчас сохнут, гипсовые части. Необходимо им дать время, чтобы они затвердели, скажем так. После чего художник, мастер будет их подкрашивать, покрывать лаком. То есть, ну, еще где-то 10-12 дней ориентировочно. Слава богу, погода позволяет, тепло, сухо. И я думаю, что это в ближайшее время уже будет завершено. Кстати, персонажи в сквере приводят в порядок за счет депутатских средств. В последующем работы по программе реализации предложений жителей продолжится. Ведется прием заявок, на основании которых будет сформирован бюджет и распределены средства в последующем.